где ты сейчас? О, на подвесной дороге. Километра. Самая длинная в мире над морем. 3,2, да? 3,5 километра. 3,5. А куда ты едешь? Ну, типа а-ля Синтузы. Остров, как называется? Пинг-Панток или Пинг? Винпёрл. А, Винпёрл. Пёрл, это жемчужина. Да. Жемчужина Вина. Дядька. Полетели. Папочка. Ой, хорошо. Вот этот остров впереди, Венкану. Ляпота. И музыка, это где-то у нас на Унке. Да, вон. Ой, как красиво. Там пляжи. Там горы. Хочешь, давай я поснимаю. Вон тут памятник Тиму Хтаре Фирвали с мальчиком с дудкой. Ну да. Пашулечка, ты присядь. А вот там Нячанг. Вот там бухта эта. Большая. Оттуда мы приехали сейчас на такси. Ух. Ух. Кайфово? Кайфово. Вот давай, тут кондиционирование, видно, есть немножко. Да, есть, многие дуют кондиционер. А тебе нравится? Да, кайфово. Скажи. Да, у нас даже карта есть Винпёрла. И что там в карте? Вот. Ого-го, это он такой большой? Даже океанариум. Сейчас пойдем смотреть? Да. На этом острове две гостиницы. Одна пятерка, одна лакшери. Так больше, чем пятерка. А вот смотри, какой супер островок. Пятерка. Тоже пляжик белый-белый. Вон, видишь, можешь приблизить. Сейчас будут ко мне ехать. Перепавлю. Белый-белый, видишь, пляж? Угу. 4 зонтика. И никого. Хочу показать глубину. Ну, вот отдали, что ты делаешь? Как, а где ты видишь глубину? Ну, не вижу уже. До воды сколько метров? Вот точно такая тележка едет, как у нас. Будка. Тележка. Ну, будка. Вообще кабина называется. Красиво. Все, красиво.